Новости. Маки заполонили все соцсети. Мы решили не отставать от тренда и приехали на Михайловские поля. Что ж, дорожка протоптана, поют птицы и приближаются маки. Кажется, у кого-то сегодня будет новая аватарка. Максомосейка – злостный сорняк, затеняет и угнетает посевы, но прекрасно смотрится в кадре. Красуется в объективах не только профессионалов, но и любителей. Проехать мимо и остаться без снимков в маковом поле на окраине Михайловска семья Бекмаметовых не смогла. Тем более, что в наших теплых краях они ненадолго. Мы приехали с севера, вот к детям. Для нас это очень прекрасно, что мы такое видим очень редко. Непередаваемые ощущения. Сегодня день такой хороший, лето наконец-то приближается к нам. Такое красивое поле. Проезжали, увидели, решили сфотографироваться. Очень так по-летнему, наконец-то. Сделать фото или селфи в маковом поле, при этом прослыть оригиналом, вряд ли получится. Но если есть желание насладиться моментом, то путешествие на Красное море Михайловска доставит одно удовольствие. Яркие краски, небо, маки и деревья, еще добавьте порхание бабочек и собственную фантазию в постановке кадра, и лайки подписчиков, да и просто фото в семейном альбоме обеспечены. Ваня и Настя поездкой за город остались довольны. Дорогу нашли быстро, стоянка и оставленные машины любителей маковых фотосессий стали лучшим ориентиром по месту. Постоянные рабочие будни, выбраться не всегда получается. Да, тут увидели фотографии, такие люди размещают на соцсетях. Посмотрели, понравились, думали, если честно, то что они уже отцвели давным-давно. Ну, приехали, не ошиблись, да, сделали. Нет фото в маковом поле, для того лето еще не наступило. Заряжайте телефоны и фотоаппараты, запасайтесь флешками и, самое главное, временем. Уходить отсюда совсем не хочется. Анастасия Петренко, Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».